Привет, Гипер! Привет! Ты сегодня шикарно выглядишь. Ты всегда шикарно выглядишь. Спасибо. Хочешь зайти? Что ты делаешь в моей квартире? Ты встречаешься с Эваном Эбертом? Мы не встречаемся. Это было один раз. Утром меня тошнило. Думаю, это что-то из еды. Либо это, либо ты беременна. Ты беременна? Нет. Оба теста положительные. О боже. Я знаю, кто отец. Но Кевин не так уж плох. Ты шутишь? Да, пытаюсь разрядить обстановку. Ведь ты переспала со Стивом из подсказки Блю. Отличный парень. А потом мы переспим. И он подумает, что ребенок его. И, конечно, ты мой водитель Uber. Не так я представлял наше второе свидание. Определение инфантильности. Хочу, чтобы у ребенка было лучше детство, чем у меня. Прости, но тебе пора двигаться дальше. Пеппер не любит тебя так. Мы переспали. Разве это ничего не значит? Я должен сказать ему правду.